Всем привет, меня зовут Константин, я инвестирую на фондовом рынке, брокер у меня Тинькофф, а я нахожусь в терминале Тинькофф Инвестиции. Индекс московской биржи вплотную приблизился к отметке 3300 пунктов, а Сбербанк передает привет трактористам и находится на отметке почти 300 рублей. Был у меня ролик на канале, когда я говорил, что смотрите, иногда акции Сбербанка могут стоить дешевле, чем Сбербанк привилегированный. И именно нужно тогда покупать обычные бумаги Сбербанка. Мы видим, что они сейчас как раз дешевле. Видео у нас будет про инвест-идеи от компании Мозговик Research. Я как-то делал скриншот на YouTube-канале Тим Мартынов, Тимофей. Он основатель Smart Lab. Я пользуюсь этим сервисом. Большое спасибо ему. Ну вот, от 9 июля 2023 года, сегодня 4 марта, прошло, получается, 8 месяцев. Какие у них прогнозы сбылись, какие нет. Давайте сделаем укрупненный вид. Вот я даже в Paint открыл. Смотрим, Газпром 170. Не сбылось, потому что сейчас компания стоит 160. Новатек 1380. Рост, да, тоже не сбылось. Он сейчас, кстати, стоит дешевле 1380. Роснефть, да, в принципе, все отлично. Лукойл тоже поставим плюс, хоть она и чуть больше 7400 где-то. Газпром нефть тоже поставим плюс, но она больше 800 рублей, то есть намного больше. Так, а здесь вот поменьше, конечно же, Лукойл. Татнефть, да, поставим плюс, но тоже компания уже больше 700 рублей. Сургутнефтегаз, тут прям хорошее попадание, давайте обведем, но компания больше 60 рублей даже, по-моему, сейчас стоит. Транснефть. Тоже попадание, но тут скромно 2% после сплита компания 1500-1600 торгуется, то есть тоже намного больше. Совкомфлот, здесь, конечно, они не попали, компания намного больше выросла, 135 рублей сейчас. НМТП тоже попадание, но выросла намного больше, там, по-моему, около 11 рублей. Global Trans тоже попадание, но где-то 680 рублей сейчас, то есть чуть-чуть побольше. Сбербанк, тут прям четкое попадание, 300, я вам сегодня показал. МТС тоже попали, но компания стоит 280 где-то. Чуть-чуть у них прогноз был похуже, 250. Но, возможно, заложили уже дивиденды 30 рублей, поэтому можно обвести, в принципе, все грамотно. Сигежа не попали, стоит компания около 4 рублей, может чуть меньше. Дальше Алроса тоже не попали, 70, по-моему, с чем-то стоит. Нурникель, здесь они угадали, но компания где-то 14700 стоит, это с учетом выплаченных дивидендов. Русал мимо, меньше 40, там 30 с чем-то, и НЛ тоже мимо, намного меньше стоит, 400 с чем-то рублей. Итак, можно посчитать, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 мимо, да, из 18. Из 18. То есть 7 минус. Но стоит посмотреть, что у них прогноз, как я уже говорил, был 9 июля 2023 года. И так как у нас рынок представлен нефтянкой, давайте посмотрим мой скриншот, когда я был менее опытный. Я и сейчас, конечно, тоже опыта набираюсь, но тем не менее, вот мои зарисовки по нефтянке от 4 июля, годом ранее, чем прогноз от аналитиков Мозговик Research. Цена по Роснефти тогда была 375, я прогнозировал, что будет 600, да, вот закрытие, и получилось, что они 590, то есть Роснефть там, да, 600 свои взяла. Татнефть, кстати, я думал, что будет 460, а она 700 рублей ждала, то есть больше всех Татнефть выросла, потому что она в последнее время платит из свободного денежного потока, там чуть ли не x2 доходность получается. Газпром нефть тоже, я думал, 543, а она 800 с лишним выросла. И Лукойл там 6559, а компания 7400, ну 7500 почти уже торгуется. То есть даже я со своим скромным аналитическим мозгом в то время, да, вот когда я только начинал инвестировать, нефтянка, так как она более-менее прогнозируемая, да, там девальвация, цена на нефть, но все же у нас нефтяной сектор, он очень хорошо представлен на российском фондовом рынке. И можно спокойно нефтянку убрать, и тогда что у нас получается? Нефтянку мы уберем, Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть, ну Сургут я не беру, там темная лошадка, вот эти четыре можно убрать,
Ну, тут легко как бы все в плюсе, да. Даже я годом ранее, чем мозговик, то есть тоже, можно сказать, угадать. И тогда получается, что уже не из 18, а получилось угадать 7 из 14. И это получается ровно 50%. То есть 50 на 50. И что хочется сказать, отметить, то что вот стоп-пикинг, он для тех людей, которые разбираются. Даже вот люди, которые разбираются, они зачастую, ну, не угадывают большинство, что я хотел сказать. А для простых смертных проще покупать фонд на индекс, вот, допустим, на акции российских компаний, у Тинькова этот МОЗ, у Сбера СБМХ, там, у ВТБ свой и так далее. Потому что через какой у вас брокер, да, обычно тот БПИФ и покупать на индекс акции российских компаний. Вот я по чуть-чуть покупаю, и тут вообще не надо разбираться. Денежка появилась, купил и забыл, как говорится. То есть спокойное такое пассивное инвестирование. Да, многие с фондами обожглись, с иностранными компаниями и акциями, с фондами компании Finex, вот у меня есть замороженные. Но даже несмотря на вот эти убытки, фонд на акции российских компаний компенсирует их. Можно сказать, это опыт, да, то что, ну, инфраструктурные риски. Поэтому для пассивных инвестиций подходит фонд, и я в этом убеждаюсь. То есть у тебя нет опыта, ни стоп-пикинг никакой, отдельные акции не выбираешь, просто покупаешь, и все. Я вам еще хотел показать две заметки. Вот была у меня инвест-идея по Unipro, тогда компания стоила меньше 1,5 рублей, Ленэнерго 121, Интеррау 2,55, Пермэнергосбыт 144, Центр Приволжья 0,15 и Русгидро 0,79. Да, когда это были такие цены год назад. И была тогда идея в Юнипро, что компания вырастет в два раза. Сейчас на больше 2 рублей, как бы идея сработала. Но тут все, что не купи, все выросло. Кроме Русгидро, наверное. Она при своих осталась даже с дивидендами. Получается, что все компании прибавили. И инвест-идеи это такое на тоненького, скажем так. Лучше, конечно, покупать индекс целиком. Там могут быть плохие компании, например, Аэрофлот, Газпром, которые могут удивить и вырасти ни с того ни с сего. Еще одна идея была, что не нужно покупать акции УШ, потому что, возможно, будут какие-нибудь ограничения на этот вид деятельности. Видео было 10 месяцев назад, стоила компания 240. Сейчас компания, кстати, в лидерах роста за сегодня, 286. Получается плюс 46 рублей и плюс там дивиденды были около 5%. Ну, компания выросла, пока спасает ее. То, что никаких ограничений таких жестких не наводят на самокаты. С другой стороны, компанию может кто-то купить, так же как вот МТС, например, Юрент купила, да, довела долю в капитале Юрент до 80%. То есть, может такая неплохая история быть, если выкупят компанию ВУШ. Вы знаете, если посмотрим аналитику, далее компания у меня Global Trans вот хорошо показала себя. Тинькофф, конечно, не вырос, лучше вырос Сбербанк. Ну а дальше я, вот, допустим, считал Совкомфлот плохой компанией, но тем не менее ее акции выросли. Даже вот аналитики, например, думали, что Совкомфлот будет падать, а он показал самый лучший результат за целый год. То есть вот Совкомфлот плюс 174%. То есть то, что может казаться плохим, да, может отрасти спокойно. Это может, кстати, быть и с какой-нибудь Сигежей, с Аэрофлотом, с Газпромом и так далее. То есть компании, которые оказались в минусах, вот Сигежи, там, допустим, Русал, Газпром, могут спокойно обогнать и вместо аутсайдеров стать лидерами. А чтобы отдельные акции покупать, это нужно, конечно, разбираться и много этому времени уделять. Если у вас это хобби, помимо работы, то да, отлично, вот как у меня. Но если вы, например, занимаетесь другим видом деятельности, например, на музыкальном инструменте играете или еще что-то, другое у вас хобби, увлечение, тогда проще покупать индекс BPIF на акции российских компаний вместо отбора отдельных акций. Да, там будут и худшие компании, но будут и лучшие. И получаем где-то доходность среднерыночную. Если мы вернемся в терминал, давайте выберу вот фонд, давайте посмотрим, например, доходность, если сейчас март, то есть вот с марта, сейчас 4 марта, ну тут 2 не страшно зацеплю, вот, например, сколько, 6,66 сейчас, ну вот 6,67, 4 марта, 6,65 пусть будет, то
То есть доходность 54, ну почти 55%. Удалось ли вам заработать за последний год доходность выше рынка? То есть в среднем 55%. Есть, конечно, лучшие компании, да, тут более трехзначная доходность, но есть и худшие. Ну, тут Транснефть не берем, тут был сплит, поэтому доходность некорректная. Да, Полиметалл из-за продажи российских активов, там своя история. Вот Сегежа пострадала, Русал, Удобрение, Русгидро, Газпром. Ну, ТКС тоже тут ноль, потому что они переезжают. Но, тем не менее, в среднем получилось вот где-то по рынку, можно считать, 55%. Вот, вот эта средняя строчка, да. То есть, да, там есть худшие компании, есть лучшие, но что-то получаем среднее. Редко удается обогнать рынок, что найти вот эти прям и выбрать лучшие компании выше среднего, которые зачастую будут и компании, которые ниже среднего. И получается доходность ниже рынка. Вот я вот эту хотел особенность вам сказать. Нужно еще помнить, что если это хобби, на это тратится время, и не всегда оно может себя окупить в плане выбора хороших акций. Надеюсь, ролик был полезный и интересный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и удачных вам инвестиций. Всем пока!